Одна здесь, на этой выставке. Это, как уже говорил, тема города. Но даже не столько тема города, сколько тема человека, живущего в этом городе, на фоне этого города, переживания человека в этом городе и по поводу этого города, да? Созерцательность настроения хайку, я ее попытался продолжить именно через атмосферу спальных районов, которые представлены на этой выставке. Основная тема изобразительного ряда – это вот окраины города, спальные районы, где время остановилось, и каждый человек, когда там появляется, как-то, может быть, немножко вспоминает о детстве. То есть та созерцательность, которая присуща поэзии хайку, она лучше всего выражается именно вот в таких местах, где можно остановиться, задуматься, вспомнить какие-то моменты своей личной истории. Я рекомендую вам, вы видите по галерее разложенные вот эти стихи хайку. Пока есть возможность, общайтесь с этим участником, берите у них автографы, пусть они вам сочиняют, пишут. Они сегодня работают, они для вас делали эту выставку, они для вас сегодня здесь. И ключевые слова для нашего пространства, мы хотим, чтобы вы включились в процесс. Процесс осмысления, созерцания, процесс формирования некого пространства этого города. Мы старались сделать так, чтобы стихи, эти японские простишни, не были, не должны были быть подписями к картинам и фотографиям, которые вы видите. Это тоже, наверное, такой некий уход от описательности. То есть, например, мы видим дом и птичек, и в тайку. Там не будет дома и птичек, скорее всего. Мы пытались с
создать, ну, я назвал это некое облако. Открываем и представляем возможность проявиться, сделать такой творческий продукт. Мне кажется, вот у этих ребят получилось. Sit.